Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Мотобустер. Это продолжение рубрики «Китайский ширпотреб». В этой рубрике мы будем рассматривать китайские инструменты и не только за очень маленькую цену. А перед началом видео подпишись на мой канал и поставь этому видео лайк. А мы погнали. Вот шестигранники за примерно доллар. Вы представляете, какие шестигранники качеством могут попасться вам за 1 доллар? Это всего лишь доллар. Этим шестигранником я поработал где-то, ну, раза 3-4. Смотрите, какие у него охуенные уже грани. Фокусируйся, говно. Пиздец, да? Качественно. Ну, что мы ожидали от шестигранника за доллар? Зато, сука, сделали качественную хуйню, как пластмасску. С этой пластмасски хер, блядь, они выпадут. Зато, блядь, хер высунешь. Отсюда. Ну чё, это такой небольшой выпуск китайского ширпотреба. Ну, вот такое вот качество. Не берите вот такого за такую цену. Возьмите за 2, 3, 4 доллара шестигранники, если вы хотите такого простенько делать дело. Потому что этими шестигранниками лучше нихуя ничего не откручивать. Вы просто срежьте здесь резьбу и срежьте на шестигранники самом болту под шестигранник, самом внутри. А с вами был Мотобустер, всем пока-пока.